Чижов не считает голосование по Брекзит окончанием истории. Чижов не считает голосование по Брекзит окончанием истории. Вчера, 21:46, знак авторского права РИА Новости, Джастин Гриффитс Уильямс, участники акции против Брекзит у здания парламента Великобритании в Лондоне. 15 января 2019 года. Знак авторского права РИА Новости, Джастин Гриффитс Уильямс, Брюссель, 16 января РИА Новости. Голосование по соглашению об условиях Brexit парламентариями Великобритании далеко не конец истории, на пути отношений страны и Евросоюза еще немало вызовов, сказал журналистам постпред России при ЕС Владимир Чижов. Ранее парламент Британии выразил доверие правительству, несмотря на то, что накануне отверг предложенное премьером Терезой Мэй соглашение с ЕС по Brexit. Вчера 16:51 британские парламентарии призвали Мэй изменить подход к Брекзит. Британские парламентарии во вторник вечером, как и ожидалось, отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение о Брекзит, открыв путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому жесткому выходу страны из ЕС или отмене Брекзит. В целом, в поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против 432. В любом случае, вчерашнее голосование далеко не конец истории. На пути взаимоотношений Великобритании с Евросоюзом еще немало вызовов и подводных камней, сказал он. Первая реакция в ЕС на эти события была предсказуемо сдержанной, отметил Чижов. Повсеместно выражалось сожаление по этому поводу, одновременно в который раз подчеркивалось, что о пересмотре текста подписанного соглашения об условиях Brexit речи быть не может. Более того, Евросоюз со своей стороны намерен продолжить процедуру его ратификации, сказал он. Вчера в 14:31 в Еврокомиссии исключили пересмотр соглашения по Brexit. Чижов считает, что мало кто из наблюдавших за перипетиями Brexit в последние месяцы сомневался, что соглашение о его условиях не будет поддержано большинством депутатов. Слишком глубок политический кризис в Соединенном Королевстве, слишком расходятся взгляды британских парламентариев на будущее отношений с Евросоюзом, отметил он. Беспрецедентный в истории британского парламентаризма итог голосования произвел сильное впечатление, сказал Чижов. При этом за критикой в адрес достигнутой сделки о разводе не просматривалось позитивных предложений об альтернативных вариантах действий, добавил он. Это дало основание премьер-министру Великобритании Терезе Мэй утверждать, что ни один из обсуждаемых вариантов отмена Брекзит явочным порядком или через второй референдум, выход из ЕС без сделки, досрочные парламентские выборы не в состоянии сегодня набрать большинство в Палате общин, сказал Чижов. Вчера в 14:30 эксперт рассказал о возможных сценариях развития ситуации вокруг Brexit. Здесь прогнозируют, что правительство Терезы Мэй сможет удержаться у власти, несмотря на объявленное голосование по вотуму недоверия. По большому счету, желающих взять в этот момент на себя бремя ответственности за дальнейшую судьбу Brexit. В Лондоне, как говорится, днем с огнем не найти, отметил он. В ноябре прошлого года ЕС и Соединенное Королевство после многих месяцев непростых переговоров достигли договоренности об условиях развода, которая включала в себя множество положений, касающихся, в частности, прав граждан переходного периода в отношениях, ирландской границы. Эта сделка, чтобы вступить в силу, должна быть ратифицирована парламентами ЕС и страны. Вчера, 18:58, ни туда ни сюда.